давай. За обслугу. Давай, можно идти. Понял? Песенку пой, как там? Моя бабушка моет руки. Здравствуйте, Владислав Николаевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня только первый день, как объявили коронавирус. То есть еще утром буквально, да, а сейчас уже вот как-то, да. Ну и отсюда что следует, что надо, во-первых, научиться надевать маску, это первое. Да. И во-вторых, подальше держаться от кроликов. А потому что они быстро размножаются. Кролики, они, мне кажется, одни из потенциальных распространителей коронавируса COVID-19. Да. Да, так что подальше от кроликов. Ну, а что бы сказал по этому поводу Конфуций? Ну что ж, Конфуций, я думаю, бы сказал следующие важные слова. Если соблюдать элементарные законы гигиены, то, в общем-то, опасность сводится к 95%, наверное, процентам случаев, что ты заразишься. То есть ты очень сильно себя можешь обезопасить на целых 5%. Наверное, я преувеличил, на 4, наверное, процента можно себя обезопасить, если ты будешь, во-первых, почаще мыть руки. Второе, не подпускать к себе никого на расстоянии 2 метра. Третье, все продукты, которые ты покупаешь в магазине, их тщательнейшим образом обрабатывать. На улице ни к чему не прикасаться, то есть ни с кем не здороваться, не целоваться, в гости не приглашать, самому в гости не ходить, в магазин не выходить, на работу не ходить. То есть врачи, это же со слов все, правильно, врачей? Нет, это со слов... Они взяли это со слов Конфуция. Да, Конфуций именно так бы вот сказал. Я считаю, вот сейчас, в наше время, если бы он жил, он бы вот эти слова бы сказал. Да, вы правы абсолютно. Я с вами абсолютно согласен. То правы вы, Конфуций, вы. Ну да, и Конфуций, как Конфуций, я бы с вами согласился. Но Конфуций, Конфуцию рознь. Да, конфуцианство, оно приобретает разные формы коронавируса. И особенно конфуцианский коронавирус, он совершенно другой вирус, чем не конфуцианский. На самом деле, что мы имеем? Солнышка сегодня нет, а у вас растет рассада, смотрю я. Да, я тут решил вырастить растения. Они очень красивые, и в будущем они вырастут в прекрасные и красивые цветы. Вот в такие, да? Да, вот именно в такие цветочки, пальмочки. И их можно будет даже вот потрогать вот так вот, когда они вырастут. Красота. Да. А еще вот в такие, да? Это вот другая рассада у вас. Да, а это фикус. Это вот эти. Да, это вот чуть подальше. Вот. Вот тоже очень хорошенькие цветочки, мне не нравятся. Конфуций играет своим прекрасным цветам в саду. Спасибо за внимание. Прекрасно. Хочется слушать и слушать. Да, это вы, наверное, от лица растений говорите, да? Да, я вам говорю, как Конфуций от лица растений. Смотрите, они даже зеленее стали и выросли на некоторые микроны миллиметра. Да.
Прекрасно.